Хорошо, пацаны, как дерутся они? Хорошо. Хорошо? Да. А вы когда вырастете, будете лучше драться или нет? Ну, я думаю, да. Да? А сними меня, типа, я с ними. Какие три факта нужно для победы? Быстро. Стойкость, упорность и деньги. Серьезно? Да, почему деньги? Я люблю деньги просто. Да. Нет. Денег не было, да. Видимо, не был готов полноценно. Не готовился, естественно. Что вы делали? Ну так вот. Халтурил. Так вот. Да. Все, тогда интервью не записываем. А скажите, пожалуйста, я видела, как вы тут машете ручками, ножками. Вам не страшно? Нет. Нет? Не боитесь соперника? Нет. Нет? Нет. А скажите, могу ли я сейчас научиться каким-нибудь приемам, чтобы я отсюда вышла, вот всех вот наповал? Думаю, нет, там долгие тренировки нужны. Сколько? Не знаю, нет, там надо... Нет. Да. С одного раза мне не получится? Нет. Ну хотя бы один приемчик, научите меня одному, другому. Можно еще? Ой, просто там за меня. Вот так? У нас в Ростове проходит традиционный ежегодный турнир уже в 7-й раз. Это всероссийские соревнования по тхэквондо, Кубок Дона. Соревнования традиционно являются сильнейшими, входят в единый календарный план мероприятий Союза тхэквондо России. И проводится, я уже сказал, что в 7-й раз. В этот раз нам заявилось рекордное количество участников, 1500, но... Фактически где-то в районе 1200 доехали на конец января. Я считаю, это хороший показатель. Кто-то заболел, у кого-то начало года и так далее. Новый год, праздники. Вот. И представлено порядка 40 регионов со всей страны. То есть от Калининграда и до Ханты-Мансийска. Есть мысли по масштабированию турнира. Возможно, в 3 дня его проводить. У нас, в принципе, и так уже достаточно широкая география, люди приезжают. Даже несмотря на то, что у нас закрыт аэропорт, все равно добираются своим ходом, поездом. То есть, ну, люди хотят выступить именно на нашем турнире.